Пойдемте на презентацию. Вот какой у нас мальчик посильный. Мама, не трогай, только почему он еще свежий. Боже мой. Он очень свежий еще. Это мой портрет 100 лет. Мама, это мужчина. Это же Жорик, это же. Подожди, почему Жорик? У тебя какие-то ассоциации в имени? Она меня назвала просто, ну, еще тоже Жориком. Я отозвался и не пожалел. Подожди, трех измерениях. Это лапа отсюда? Мама, а смотри, как он грамотно вписал в интерьер, вот, в красные вот все детали, понимаешь? Розочка. Мне нравится эта вот розочка. Эта стена такая, тоже кирпич. Ах, такой. Эта розочка меня с ума свела, разбила сердце мне, в покой взяла. Боже, а глаза посмотрите, они не грустные, что вы уезжаете, они будут вас ждать на стене. Мы были с дочкой Соней в Island of Adventure в Диснейленде, и вы знаете, какой новый открылся аттракцион, потрясающий. Вот этот вот такой Кинг-Конг, похоже. То есть я в тренде. То есть ты в тренде. Как тебе нравится? Amazing, класс. Понятно. Автора пропустим. Да. Так, Юля, ручка. Должен быть немножко симпатичнее обезьяны. А здесь у нас получается, что симпатичнее сама обезьяна. Взгляд. Класс, класс. Я скучаю очень по снегу. Вот. Я скучаю. И поэтому я всегда говорю, ну, хоть картину смотрю и вспоминаю. А что так? Она кверху ногами. Вспоминаю наши. Аня, поднимите.